Вот оно. Свежий след Теодора Гастингса ведет сюда. Куба. У нас под боком. Персей обосновался в пустом правительственном здании где-то в кубинской глубинке. И похоже, что привез туда бомбу. Кастро наверняка в курсе. 20 баксов тому, кто притащит его ко мне. Кого? Кастро или Персея? Любого. Мы не дадим ему привезти эту бомбу в США. Пора покончить с Персеем. Раз и навсегда. Так, убедитесь, что все готово. Когда начнем, пути назад не будет. На связи? Ты все? Поговорим? По виду, да. Да. Вот, смотри. А, ну, круто. У тебя с испанцем. Конечно, Куба. Думаю, она там. Мы явно потревожили Персея. Поток шифровок заметно увеличился. Конечно, Куба.
Ага. Можешь спросить Адлера. Похоже, эта часть доклада в Москву о действиях ключевых агентов. Она поможет нам сузить круг поисков. В тетради из квартиры Крауса могут быть указания на личности ключевых агентов. Судя по всему, Краус обеспечивал их финансирование. Ключевые агенты поддерживали связь через тайники, местонахождение которых регулярно менялось. МИ-6 считает, что в часах, которые мы взяли у КГБ, хранится зашифрованный список последних тайников. Попробуй его расшифровать. Так, этим вопросом займутся Вудс и Мейсон. Похоже, рудник прячется на советской военной базе в горах Узбекистана. Добраться туда легко. Мы высадим ребят неподалеку и заглянем туда. Пусть ублюдок знает свое место. Очень надеюсь, что рудник там. Переться в такую даль. Начальство уверено, что он там. Рванем эту вышку ко всем чертям. Поднимем шорох. Вот тогда и будет ясно. Ладно, поехали вниз. Пора поиграть в прятки. Так, мы на месте. Принято. Авиапочта готова. Сообщите адрес. Укажите нужную радиовышку. Мейсон, вышка на той дальней горе. Отправляю координаты. Принято. Ждите почту. Сейчас проснутся. Теперь спускайся и разберись с рудником, пока он не сбежал. У нас не так много времени, чтобы испортить ему жизнь. Мейсон, давай спускайся. Я прикрою тебя сверху. Крепи трос, братишка.
укрытие! Здание проверил. Рудника здесь нет. Переходи к следующему зданию. Еще один. Мы ведем счет. Я выдвигаюсь. Прикрой меня! Здание проверил. Рудника здесь нет. Переходи к следующему зданию. Еще один. Мы ведем счет. Следите за флагом. Они обходят нас с фланга. Я выдвигаюсь. Проверяю. Вперед! Чисто. Иди по этому зданию. Обходят нас с фланга! Я Рудник отбегался. Нам нужно подтверждение ликвидации. Мне нужно укрытие! Проверяю. Прикрой!
меня! Подтверждаю ликвидацию. Засвидетельствовал на снимке. В следующий раз они попросят что-нибудь нарисовать. Отлично. Вертолет на подходе. Поставьте дым, чтобы обозначить площадку. Ставлю дым! Буду через пару минут. Внимание! Там еще идут! Мейсон, у нас есть поддержка воздуха. Понадобится вызывать. Опять коми! И еще. Еще укрытие! Пора, дурак!